четверг днем в центре Хабаровска во время возгорания в офисном здании пожарные спасли 7 человек. ЧП произошло в трехэтажном административном доме близ Уссурийского бульвара. Первый звонок об опасном задымлении поступил на пульт пожарной охраны около полудня. Расчеты тут же выехали на вызов повышенной сложности. С трудностями пожарным действительно пришлось столкнуться. Очаг огня располагался на цокольном этаже. Горел электрокабель. Приступить к тушению никак не удавалось. Здание все еще не было обесточено. Спасателям пришлось ждать прибытия представителей энергослужбы. Между тем, из-за нескольких метров горящих проводов все три этажа здания заволокло густым дымом. Некоторые сотрудники компаний, занимающих здесь кабинеты, вышли на улицу самостоятельно. 7 же сквозь дымовую завесу вывели пожарные. Еще одному человеку пришлось покидать свой кабинет по автолестнице. Ее приставили к оконному проему 3-го этажа. Все это время у здания дежурили бригады скорой помощи и спасателей МЧС. Помощь ни тех, ни других никому не понадобилась. На полную ликвидацию пожара ушло меньше часа. Горящая электрощитовая была потушена, как только помещения были обесточены. Серьезного ущерба владельцы здания не понесли, а вот арендаторам пришлось заканчивать рабочий день досрочно. С места происшествия Валентин Борозняк, Татьяна Шамбурова и Степан Симонов.